У нас, знаете, ну знаете, как я вообще считаю? Когда меня спрашивают, сколько мне лет, я говорю, у нас команда. Команда работает в одной куче. Это один кулак, да? Значит, мы считаем средний возраст. И совсем неплохо выходит. Средний возраст у нас получается, ему 5, ей 1,5, остальное мое. Делим 23 где-то с небольшим. 63-гадовы Цезара Узбоєм з Каунаса – ветеран завірухи, який штогод наведує гэтае мероприємство. Одночасово ён – самый старейший удельник спаборництва у гэтым годзе. Сёлета его собаки – Эйнштейн и Хонда – пробегуть у Запрэжцы 7 километров по трассах Раубишоу. Из хаски в день 10 километров – это мелочь. Ему нужно обязательно бегать. А вот люди делают ошибки, покупают хаски из-за красоты. Их нельзя покупать из-за красоты, потому что это будет собака, если в квартире, она, у нее психика тогда расстраивается. На завірусі у собак шмат магчымасцяў побегать. Тут и спаборніцтвы лыжнікаў з адным ці двума гадаванцамі, и гонки на запрэжках. Прыязджаю сюды з розных краін. Цезарус нават адмовіўся ад спаборніцтваў у Эстоніі, каб трапіць у гэтыя выходныя на завіруху. Первая завіруха прайшла в 2011 году. Сделана была на коленке, и никто не ожидал, что это мероприятие совместит и спортивную часть, и вот, ну, популяризацию ездового спорта, и такой вот праздник для зрителей, который все любят, помнят, знают, и вот уже на протяжении 3 лет приезжают, есть поклонники, которые каждый год приезжают. Обратите внимание, как спортсмены любят своих четвероногих друзей. Трымаць хаскі могуць толькі сапраўдныя энтузіясты. Такім сабакам трэба шмат увагі, трэніровак і, пажадана, прыватны дом на прыродзе. Ды і каштуюць яны нямала. Сярэдняя цана хаскі – каля 1000 еўро. Моё мнение сложилось, вот ездил по Европе много, на чемпионатах бывал мира и на чемпионате Европы. Конечно, там люди с достатком, потому что содержать много собак, это надо все-таки работать на них. А по профессиям очень разные. Я встречал и немало и медиков, так, моих коллег, и люди, которые занимаются наукой. Вперед, вперед, Ария! Вот! Ай, молодцы! Удзельнічаюць у такіх спаборніцтвах хутчэй не дзеля перамогі, а каб актыўна адпачыць ды даць магчымасць сабакам у волю пабегаць па снезе. Без звычайнага спартовага азарту, аднак, не абыходзіцца. Тяжело. Подъемы вот такие, вот так. И прочего. И на двух спусках надо было тормозить сильно, потому что тяжело. Ну ничего, главное, что живо осталось. І не упав ні разу. Пошли. Калі для гаспадароў такія мерапрыемства звязаныя з пэўнымі клопатамі, то для іх гадаванцаў гэта толькі радасць. І нават у прышэпы для пераездаў хаскі залазіць даволі ахвотна. Для іх гэта значыць чарговую вандроўку і зімовыя забавы. Ганна Бадзяка, Таццяна Гаўрыльчык, для НН-відэа, Раўбічы.